Здравствуйте, друзья! Сегодня предлагаю приготовить дрожжевые булочки-рогалики с вареной сгущенкой. Булочки получаются очень вкусные и ароматные. Рецепт простой и под силу даже неопытному кулинару. В качестве начинки можно использовать ягодный конфитюр, шоколадно-ореховую пасту или творожную массу. В любом варианте булочки порадуют вас и ваших близких. Для начала понадобится 150 мл теплого молока, 1,5 чайной ложки сухих быстродействующих дрожжей, 1 столовая ложка сахара из общего объема и 5 столовых ложек муки из общего объема. Смешиваю до однородности и накрываю миску пищевой пленкой. Теперь необходимо дать дрожжам активироваться, и я для этих целей всегда использую теплую духовку. Предварительно включаю на 1-2 минуты на 40 градусов. Отключаю духовку и отправляю в нее миску с опарой на 15 минут. Если дрожжи качественные и свежие, то опара немного поднимется и появятся пузырьки. Если все осталось без изменений, то лучше дальше не продолжать, а заменить дрожжи и приготовить новую опару. К готовой опаре добавляю 1 яйцо комнатной температуры, 70 грамм растопленного слегка теплого сливочного масла, 1 пакетик 8 грамм ванильного сахара, оставшийся сахар, пол чайной ложки соли. Смешиваю до однородности и просеиваю муку. Общий объем муки в рецепте с учетом опары 450 грамм. 1 ложку муки оставляю для вымешивания теста на столе. В течение 5 минут обминаю тесто и частями добавляю 1 столовую ложку растительного масла без запаха. Формирую колобочек и перекладываю в миску. Накрываю пищевой пленкой и отправляю тесто на 1 час в теплую духовку. Если духовка успела остыть, то включите ее на 1 минутку на 40 градусов. Этого хватит. Только не забудьте отключить перед тем, как поставите в нее тесто. Достаю тесто из миски, немного обминаю и делю на 12 равных частей. Заготовочки обязательно накрываю пленкой или пакетом, иначе тесто заветрится. В качестве начинки я использую варено-сгущенное молоко. Советую покупать по ГОСТу. На 12 булочек у меня ушло 2 трети банки весом 360 грамм. Далее формирую булочку-рогалик. Выкладываю заготовку на противень, застеленный бумагой для выпечки, и накрываю обязательно пакетом, пока раскатываю следующую. Накрываю рогалики полотенцем и даю отдохнуть 15 минут. Смешиваю 1 желток и 2 столовые ложки молока и сверху смазываю булочки. Присыпаю немного сахаром. Отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут, режим вверх-вниз без конвекции. Вкусные ароматные булочки-рогалики готовы! А если у вас возникли вопросы по рецепту, отвечу на все в комментариях. Желаю вам приятного аппетита и прекрасного настроения. До новых встреч!